22-й номер, Юров и Барулин. Да. О, гол, 1-0! Ну вот забили, они забили, и в принципе эта шайба вытекала из логики игры. Тут никаких вопросов, Амур пока более агрессивен. Егор Коржков здорово играет возле ближней штанги, подставляет клюшку под бросок. И вспоминая, как забиваются голы в этой серии, практически 100% шайб, может быть там чуть поменьше. Коржков забивает свой второй гол в этой серии, набирает третий очко.